Зацените, что у меня есть. Долбаная хрень. Всем привет, добро пожаловать на старый добрый Bad Science, который вы так крепко и горячо любите. Сегодня у нас будет крутой эксперимент. Мы раздаем бутылку Кока-Колы в гидроножницах. Что такое гидроножницы? Это хрень, которая принадлежит моему маленькому дружку. Познакомьтесь. На самом деле, этот выпуск я должен был показать прямо с объекта стройки. Но так как недавно я утопил свой iPhone в море, а звук был записан именно на него. Так, я только что уронил свой iPhone туда. Yes! Yes! Вот! Вот он! Мы его достали, мать его! Звук из видео мне вытащить не удалось. Поэтому вступление мне пришлось переснять и показать им уже сам эксперимент. Поэтому не будем терять зря времени и посмотрим, что произойдет, если запихнуть бутылку Кока-Колы в гидроножницы. Мать его, эксперимент. Вот все, что осталось от нашей бутылки. Че, как оно? Вот такой вот вступительный эпизод к рубрике «Давайте что-нибудь раздавим, Матюш». Если вы хотите видеть гидроножницы в следующих выпусках и хотите узнать, что можно в них раздавить, предлагайте свои идеи внизу в комментариях под данным видео, и мы раздавим самую интересную хрень, которую только можно воплотить в жизнь. А с вами был Bad Science. Увидимся в следующем выпуске. Спасибо за просмотр. Не забудьте раздавить эту долбанную кнопку лайка под данным видео. Всем пока!